Всем привет, с вами Перье. Вот и наконец-то настал момент, когда я апаю 75-й уровень артефакта. Я долго к этому шел, и я влил в это большое количество времени, силы, труда. И теперь лутаю это дело. И получаю мощь Тигеля, достижение. Полностью раскройте потенциал Тигеля Света Пустоты с одним из ваших предметов артефактного оружия. То есть это достижение дается автоматически при получении 75 уровня артефакта. Даже не про взаимодействие с Тигелем, я уже получил это достижение. Классно, плюс 10 ачивпоинтов. Неплохо. Итак, идем на Виндикар и апаем свой артефакт. Я уже даже не помню, что у меня там в третьей полоске, но по-моему что-то полезное. Либо клыки вампира, усиление крови вампира по 5%. Эх, либо пиршество падальщиков. Усиление от хила от удара смерти на 5%. Сейчас мы все это дело посмотрим внимательно. Изучим, так сказать. Утечка топлива. Самый подходящий момент. Так, ну что, подходим к Тигелю, прожимаем и смотрим. Клыки вампира, да, совершенно верно, как я и говорил. Все верно. Вкачиваем, лутаем. Отлично. Теперь пора заняться, скорее всего, воином. В плане Тигеля надо подготовить Вара к рейдингу, и чтобы на нем все было идеально. Ну, либо дропать другие релики и уже развлекаться с ними. 75 уровень артефакта получен, я доволен. А теперь же нужно 283 миллиарда силы артефакта с целью получения 76-го уровня артефакта. Зачем его лутать? Ради поднятия своего ХП на целых 6-8 тысяч. Ну и ради согласованности усиления на плюс 300. Вот и все. Эх, ладно. Всех вам благ, как говорится. Счастья там, здоровья. Ну, лута хорошего. И берегите ноги. До скорого.